Начинаем выпуск с экстренного сообщения. В Новочебоксарске горит жилой дом. Эти кадры мы получаем от очевидцев. Вот что нам по телефону рассказала жительница одной из многоэтажек по соседству. Она с балкона наблюдает за происходящим. Кусок крыши обвалился, видимо, деревянные балки постепенно этот не выдерживают. Шифер валится. Судя по звуку, шифер еще и лопается от температуры. Пожарная машина сейчас подъехала только пока одна, но, судя по звуку, подъезжает еще. В региональном МЧС нашей редакции сообщили, что звонок на пульт оперативного дежурного по городу поступил в 17 часов 48 минут. Сейчас уже завершена эвакуация жильцов с верхних этажей горящего здания. На кадрах видно, что упали несколько вентиляционных труб. Последняя из уцелевших покосилась. На месте ЧП работает съемочная группа «Республики». Нелли Юрьявичус оказалась на месте событий. Это ее первое журналистское задание. Она очень волнуется и вот что передает. Мы находимся в Новочебоксарске по улице Советская, 14, здесь горит жилая пятиэтажка. Вот даже сейчас видно, что идет огонь из трубы, как минимум 3 пожарные машины, тут очень много полиции, МЧС. Даже сказали, что один МЧСник упал в обморок, когда заходил в дом. Люди еще не знают, что произошло, никто не хочет говорить, все плачут. Очень много людей, и очень страшно, и много дыма. Пожарные тушили уже с той стороны дома, но дым еще до сих пор и огонь идет. Видать, там очень сильный пожар, огонь как ранее было. И пока не ясно, в чем проблема и что случилось.